Здравствуйте. Представляю вашему вниманию важнейшие темы арктической повестки недели с 15 по 19 августа. Арктика и Баренц-регион нагреваются быстрее, чем считалось ранее. Температура за полярным кругом увеличивается приблизительно в четверо быстрее, чем в среднем по планете. Об этом сообщил Метеорологический институт Финляндии по результатам многолетних наблюдений. При этом в некоторых арктических районах эта тенденция носит еще более выраженный характер. По данным института, температура воздуха над Баренцевым морем росла в 7 раз быстрее, чем в мире в целом. Эти выводы свидетельствуют о недооценке масштаба изменений климата в Арктике, считают финские ученые. Более 7 тысяч человек подали заявление на получение арктических гектаров за год. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики отчиталась об итогах первого года реализации программы «Гектар в Арктике». С 1 августа 2021 года за участками на территории АЗРФ обратились порядка 7 тысяч человек, 3,5 тысячи заявок уже удовлетворены. Новым собственникам передано суммарно 2,6 тысяч гектаров земель. В лидерах по числу заявлений на выдачу участков за полярным кругом Мурманская область, Карелия и Поморье. Большинство проектов резидентов АЗРФ связаны с туризмом и услугами. В рамках преференциальных режимов, запущенных в Арктике, в июле 2020 года работает уже 500 резидентов. Большинство из них представляют малый бизнес. В лидерах по количеству реализуемых проектов – предприятия туристического комплекса и сферы услуг. Это имеет серьезное значение для развития Заполярья. Малые и средние предприятия формируют распределенные точки роста, создают базовые экономические связи, играют важную социальную роль. Ковдорский ГОК получит новую жизнь благодаря инвест-соглашению. В развитие заполярного Ковдорского горно-обогатительного комбината будет вложено порядка 100 миллиардов рублей в течение 10 лет. Таковы условия инвестиционного контракта, который подписали председатель совета директоров корпорации Еврохим Игорь Нечаев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Соглашение продлит жизненный цикл комбината на четверть века. Благодаря новым инвестициям оно сможет работать и развиваться до 2047 года. Мурманская область поддержит проект налоговыми льготами. Атомный электровоз «Севморпуть» завершил первый регулярный рейс на Дальний Восток. Атомный электровоз «Севморпуть» успешно закончил программу первого кругового каботажного рейса, предусмотренного планом развития Северно-морского пути до 2035 года. Судно доставило с Дальнего Востока в Мурманск контейнеры с рыбой, технику, буровое оборудование. Рейс прошел в штатном режиме. Для прохода через арктические акватории не потребовалось дорогостоящей ледокольной проводки. Благодаря своему высокому ледовому классу лихтеровоз справился со льдами самостоятельно. Спасибо за внимание и до новых встреч!